Здарова, дружище! Синдикат — киберпанк моего детства, не считая Deus Ex, с которой я познакомился всего год назад. Синдикат — ребенок Electronic Arts, и в этой игре даже был кооператив. Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему в свое время она не сыскала популярности. И спрашивая дружищ, играли ли они в нее, да и даже сегодня, большинство говорит, что даже не слышали. Хотя в игре есть все, чтобы в нее поиграть впервые или вернуться вновь даже сейчас. Достойный графен, и это, между прочим, 2012 год, но даже сегодня, играя в нее, особо ничего не триггерит, по крайней мере меня. Толковый ИИ. У противника адекватное позиционирование в бою, они не слоупочат, прячутся, переходят в другие точки, перебегают дальше, если пытаешься к ним подобраться в упор. У тебя создается полное ощущение того, что противник пытается тебя убить, а не просто отыгрывает каких-то живых манекенов. Вполне себе достаточный набор оружия и возможностей прокачки. Каждое оружие уникально. Тут тебе обычные дробовики и пистолеты, до винтовок с самонаводящимися патронами. Тут и прокачка в условных трех плоскостях, ты можешь быть в роли танка условного, который очень живуч, может быть хакером, который направлен на именно развитие своих скиллов, перезарядку их. Либо более шустрый вариант, который хилится вблизи и рассчитан больше на ближний бой. Способности героя для меня были отдельным счастьем, так как с помощью чипа можно было замедлять время, видеть сквозь стены, заставлять совершать самоубийство противника. Все это давало разнообразие действий, позволяя не только стрелять, но и поступать тактически грамотно, особенно в условиях сложности. Крутая музыка. Да, скорее на то время, ибо тогда дабстеп был моден, но многим нравился. Хотя и сейчас некоторые отрывки из игры слушаются вполне себе. Что касается сюжета, он тут есть. Пожалуй, на этом все. Недолгие, не замороченные, но узнавать подробности истории было интересно. И казалось бы, все есть, чтобы зацепиться в голове, растиражироваться и чтобы многие в нее играли. Однако все оказалось не так весело. Единственная моя догадка, почему игра могла пролететь мимо, тот самый Deus Ex, который, выйдя несколькими месяцами ранее, знатно так стрельнул и, полагаю, задав тон правильного киберпанка, сместил восприятие направления в целом. После чего, поиграв в Deus Ex, Синдикат мог показаться хуже, если вообще заметишь его на фоне фаворита. Но я по-прежнему считаю, что обе игры достойны и рекомендую прохождению даже сегодня. В 2022 году или когда ты этот видос смотришь. Ладно, погнали окунаться в детство. И да, по традиции, все что дальше огромный спойлер, потому если хочется составить свое впечатление, иди качай и играй, а потом возвращайся. Ну а если хочешь просто послушать мой пересказ игры, то погнали. Сюжет. Весь мир поделен на корпорации и охвачен противоборством между ними. По сути, корпорации — это замена привычным странам. Главная корпорация в данный момент — Еврокорп, которая стала основным разрабом биочипа DART. Работает на адреналине. Опа-опа, адреналайн! И полностью заменил все цифровые устройства, все, что нужно в вашей голове. Остальные существуют вне этого цифрового сообщества и даже VPN не пользуются, потому тусуются в каких-то трущобах, потому что не хотят себя чипировать вообще. И так как все крутится вокруг корпорации, само собой развит индустриальный шпионаж, не без помощи агентов, коим мы являемся. Главный герой игры — Майлз Кило. Агент корпорации Еврокорп. И первое, что с нами происходит, очухиваемся в плену, прикованным к стульчику у неизвестных, которые пытаются нас допросить. Поэтому для нашего пробуждения используют старый добрый, проверенный временем удар в торец, который активирует работу чипа. Да, прям как со старым бабушкиным телеком. Подняв наконец свою пятую точку со стула, валим из здания, попутно воспользовавшись местным лифтом. Выбравшись оттуда, оказалось, что это был всего лишь тестовый забег, чтобы Джек Денном, глава Еврокорп, проверил наши боевые навыки. Ну и как мы взаимодействуем с Дартом. Доктор Лили говорит, мы очень ценны и предлагает кое-что дать. Своим объятием она обновила нашу прошивку и появился навык суицид. После чего наши обжиманцы прервал глава с представлением к нам другого оперативника, Мэрита. После чего посвящает детали нового задания. Ситуация в целом простая. Есть конкурентная корпорация Аспари. Она собралась выпустить на рынок копию наших чипов DART, что как бы уже говорит о том, что конкурент явно украл разработку. Потому наша задача с Мэритом пробраться в Аспари и разобраться, кто крыса. Пообщавшись с главным технологом Гэри Чаном. Далее двигаемся на крышу, там нас ждет полет до цели миссии. Что ж, вот мы и на месте. По традиции сюжетного соло-шутера, напарник идет на свою отдельную миссию с утаскиванием данных серверов, а нам главное забрать чип у того самого главного технолога Чана. Добравшись до Чана, тот решается выпилить сам. Но это не мешает выполнить задачу, выудив из него чип. Да и вроде бы все, осталось всего лишь свалить, но просто не будет, так как нужно пробиться через толпы охраны и немного пострадать от падения местного летательного аппарата. Пока топали, был завершен взлом чипа,
который забрали из головы Хичана. И оказалось, что перед нашим появлением Чану поступил видеозвонок и маякнула ему доктор Лили. Та самая, что вначале нас смело обнимала и вообще на Еврокорп работает. Собственно, кто крот, теперь понятно. Вот Мерит и наш поезд на свободу. Без замеса не обошлось, и, конечно, нашего первого босса, агента Аспари Тацу Гамильтона, мы успешно разломали. Затем встречаем Мерита. Нормально все? Немного потрепанного, но это нам не помешало вернуться к себе на базу. Встречает нас там Дэном, который хвалит и, само собой, не особо рад кроту внутри корпорации. Тем более кадр-то ценный. Но в тупую разоблачать ее он не хочет, поэтому пока молчим. Там же встретили потрепанного Мерита, что проходит обследование. Его чип серьезно поврежден, но с ним будет все в порядке. Ну, не считая случившегося тут же припадка, который правит укольчиком, после которого вся грудь у агента в крови. Собственно, далее Дэном поручает Килла и Мериту взять доктора Лили под слежку, чтобы чекнуть, с кем еще она подвязана. Мерит уже все подготовил за слежкой, тут даже коврик есть, классно же. Лили болтает себе с подружаний, после чего ей звонит какой-то тип, с которым она общаться не горит. Ты опять выходишь на связь, мудила? Ибо тот ее ввязал во всю эту передрягу. Затем местные ремонтные работы оказались слишком шумные, из-за чего влетел сосед, дал Лили снотворное и куда-то унес. Это оказалась группа захвата из Skyman Global. Задача у нас простая — вернуть Лили. На крыше нас самолет взял на таран, но мы, ребята, с сильным хватом, которого позавидовал бы даже Виктор Блуд. Поэтому успешно за него уцепились и долетели зайцем до базы Skyman Global. Там же вскоре в окошечке заметили того самого здоровяка-агента и нашу украденную даму. А толкаться он умеет. И да, он наш следующий босс с дурацкой пушкой, что будет пускать самонаводящиеся ракеты, что надо будет своевременно взламывать, иначе будет больно. Победили, а наше бестие уже на корабле. Валим, пока тело не наполнило лишним свинцом. А Skyman Global это не понравилось, поэтому они двинулись войной на Еврокорп. Поэтому не можем вот так напрямую добраться к себе. Пришлось пробиться через нижнюю зону. Пока пробирались, Лили куда-то затерялась. А мы шастали по новому для нас дивному миру, низов без чипов. Ничего такого. Просто бедность, разруха и неон. Вскоре попав в засаду, стало очевидно, что Лили в контактах с этими ребятами, что ей вообще не в копилочку, учитывая все ее проблемы. В общем, дизлайк, отписка. Вышли на Лили, которая уже вовсю общалась с лидером террористов, Крисом Делейни. Кстати, название прикольное у этой организации, называется «Башни будут гореть». Джонни Сильверхенд оценил бы. Ясен хуй! В общем, стало понятно, что вся эта заварушка с передачей чипа конкурентами, похищение Лили, просто попытка развязать войну между корпорациями. Да только у Лили были куда более благородные цели. Но по факту она во всем замешана напрямую. Она бы и свалила с радостью, но Крис уже обозначил, что если погибнет, то она займет его место. Дойдя до замеса, Лили сваливает, а Крис охватывает люля-кебаб. И он, кстати, единственный босс, который из игры ушел красиво, взорвав себя. Затем, несясь за Лили, выхватываем от ее каблука, она на нас присела, покричала, потом поменяла позу и, наверное, бы завершили дело и даже успела бы свалить, но Мерит появился вовремя, приглушив ее и забрав нас с собой на базу Еврокорп. На базе же нет понимания, что происходит с Килла, так как его кровь заражает нейронную сеть, но при этом самому чипу вроде проблем это не доставляет. Состояние все ухудшается, так как предохранитель в чипе сработал на ура. Тут же параллельно какие-то флешбеки с голосом матери происходят и нас отправляют на переработку. А затем видим воспоминания. Там оперативники Еврокорп ворвались в квартиру, убили семью и забрали ребенка, который одарен генетически настолько, что решили взять его на поруки силой. Тут и становится понятно, что мы тот самый ребенок, чью семью по поручению Дэна мы убили, промыли мозги и сделали агентом, которому внушили преданность корпорации. Придя в себя, срываем замки, немного душим работника и пытаемся выбраться, попутно наблюдая, как вокруг множество таких, как он, от детей до взрослых сидят в аппаратах и перезаписываются. Добравшись до Лили, ее освобождаем, а она помогает восстановиться, поместив в аппарат Макиавелли. Вылечившись, двигаемся с Лили на лифте вверх, за Дэномом, так как в ее руках кнопка по уничтожению всех, у кого есть чип дар. Тут как бы либо он, либо мы. Ну, в принципе, нас достаточно неплохо мотивирует, потому что на кону наша жизнь. К Дэному, само собой, просто так не подберемся, потому что приходится драться с Меритом и его подругами. Напнув ему, бросаемся в рукопашную, и в окончании, почти оказавшись добитым Меритом, у Мерита не хватает сил на последний раунд. А вот надо было функционал подтягивать, это тебе не спарринг. И в итоге инициатива в наших руках, поэтому пояс UFC достается нам. Вот он, свет в конце туннеля. Там мы найдем Дэнома, последние шаги к которому не даются легко, так как нас заскамили и все примочки уверенно отключаются, заодно нанося существенный вред. А вот и перхоть комнатная, которая говорит, что дала нам все, а мы вот так ему отплатили, пойдя против. Затем нас обесточили и, казалось бы, вот он, бесславный конец. Но очухиваемся, Дэному жаль и финалит свою жизнь сам, а в кадр входит Лили, которая говорит, что соврала насчет чипа. Не убил бы нас Дэном с помощью той самой кнопки уничтожения, так как еще когда были в нижней зоне, Лили чип отрубила от Еврокорп. Но по-другому
по-другому нас на него не натравить. Правда, это немного не стыкуется с тем, что мы когда шли, чуть страдали. Ну, не знаю, может, там чип отходил, там что-то коротило, я не знаю. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Теперь, когда нам никто не приказывает, остается решать самому, как двигаться дальше. Конец. Что ж, мне доставило огромное удовольствие перепройти игру в 2022 году. Даже сейчас уровень графики, экшона в игре и музыки достаточно держит, не вытаскивая меня из процесса. Да, и пусть сюжет средненький, зато все же интересно за ним было наблюдать, вспоминать, как все происходило и куда двигалось. Так что я считаю, эта игра была хорошим поводом ощутить ностальгию по добротно сшитой игре. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.